Чебыкин Гумнову, снова Новиков туда на пятак. Там и Ефремов, и Чебыкин были уже на ну, а Мор также забирает. Бетуза, Павлов здесь. Алексеев не сумел шайбу принять. И Гумнов в зоне атаки. Бетуза вдоль бортов в район синей линии снова шайбу принять. И вот опять перехват на этом Динамо. Новиков, бросок воротом и гол! И забивает шайбу Никита Новиков. И вот вам первый гол в континентальной хоккейной лиге 18-летнего защитника Никиты Новикова. 3-2. Динамо уходит вперед. Ну, вот Новиков и Динамо в целом поймали Амур на том, на чем сами обжигались в первом периоде.